Первый раз зацвел пион, о котором я давно-давно мечтала. И это Дюшес де Немур. У меня уже был белый пион Фестива Максима с красными мазочками. А вот этот вот с желтоватой слегка серединкой, такой красивый густонабивной махровый, у меня прям моя мечта. Он мне достался от нашего соседа покойного Андрея Павловича. И только-только первый раз зацвел в моем саду. Вот какая красота! И листья у него такие темно-зеленые, насыщенные, плотные. Ну, в общем-то, для меня большая радость. Такая новинка неожиданная. У меня от него, от этого соседа моего, досталось 5 разных пионов, 5 разных сортов. И вот этот вот не цвел. Теперь меня очень обрадовал. Дюшес де Немур. Красота! Сейчас лето 2024 года. Я на даче в Подмосковье.